Привет! Как дела? Сегодня у мамы день рождения, и мы идем в магазин за подарком. Маме сколько исполнилось? 60... Две шестерки. Шесть. Вот как будет чертовое... три шестерки. Будем отмечать по-другому. Три шестерки. О, да, в это время мы будем такой праздник закатим. Днем рождения, мамочка! Окей, пошли по магазинам искать ей подарок. Итак, идем в магазин искать подарок. Подарки мы сами себе покупаем на день рождения. А кто нам купит? Наська тебе и купит. Что ты планируешь сегодня? На что ты расщедришься? Ну, посмотрим. На что ты планируешь сегодня купить? Мне трусы надо, извини. Так, мы за трусами и идем. 3 года, извините. Накупила она, всего у нее было 3 штуки. Нет, не 3. А сколько? А ты мне сколько в Маркс и Спенсере покупала? Так ты их не носишь? Полдюжины. Ну, а я их берегу. На выход в больницу. Так, а сколько у тебя, сколько ты сносила за 3 года? За 3 года я примерно... Да что, я дома сижу, все, в ночнушке хожу. И я говорю, ну раз не Англия, не Финляндия, ничего подобного, то хоть давай пару трусов мне купим. Ну, хорошо, купим. Смотри, как красиво. Березка, ой, в смысле, рябинка или церковь? Да, вообще зелень, как видите, у нас осталась после лета. А, кстати, вот и лето прошло, 30 да, августа. День. И мамке моя повезло. Погода, любимая. Она от жары просто все таяла. Жара, а сегодня природа за меня. Вот и лето прошло, будто и не бывало. Наське этого мало, а мамка счастлива. Только этого мало. Ту-ту-ду. Гуляем в нашем парке строителей. Идем в магазин Fix Price. Расскажешь, что? Красивые елочки. Да, это не елочки, это какие-то есть пихты. Да. Как мы планировали-то с тобой отметить? Сюда пошли. Да вчера как раз вспоминала, как мы отмечали мои последние дни рождения. Мы же подарки не любим, мы любим подарки в виде путешествий. Мы сами себе подарки, да, делаем. И вот я вспоминала, 60 лет мы отмечали в Лондоне, 61 или 62 тоже в Лондоне, а там год я не помню. 63 мы отмечали. Пока. Я помню, мы ездили в Бормут и Своныч в 2019-м, последняя наша поездка была. А нет, в 2018-м. Нет, в 2018-м, да. Вот где-то там на просторах Англии. Да, на море. 63 мы отмечали, ездили в город Киров и отметили мы день рождения в поезде, в дороге. Да. Ездили на мою родину. Да, на... про Киров я уже рассказывала давно. Да, ролик у тебя есть. Ага. На могилку моих мамы и папы. Вот, потом 64, это 20-й год, мы ездили в Москву, хоть и была пандемия, но нам очень захотелось, так как мы были тут там недавно, нам понравилось. Прекрасно в Москве провели время. Потом эта пандемия проклятая разрослась до неимоверных масштабов, и мы никуда не поехали, а пошли в Икею. Ну, поехали. Поехали, давно там нам всегда нравилось, и что-то купить, и там... Думали, в буфете у них идут, как там, в кафешке, ну, попраздновать, что-то прикупить, чем-то угоститься. В общем, купили эти мне там сосиски, а, ну, и это, мороженое. А в самой Икее купили подушки и цветок большой в таком горшке. Ага. Вот, так в этом году и в Икею не поедешь, все. Ага. Закрыта лавочка, Икея закрылась. Ну, ладно, мы думали... Ну ладно, прошу, поедем в Финляндию, да? Съездим-ка мы в Финляндию, это рядом, вроде бы пока еще можно, и недорого, недалеко, съездим на 3 дня. Только мы подумали про это и отменили выдачу виз. Ну, вернее, ограничили очень сильно. Мы поняли, что это проблемы будут, и... Решили не ехать в Финляндию. Решили... Чего им свои деньги отдавать? Ага, под Питер куда-нибудь... В Репино, в Комарово, да, на недельку, до второго. На 3 дня. Там, где ну, на 3 дня. Грибы,
ягоды. Не, я на Финский залив хотела. Ну, на Финский. Позагорать, покупаться, но в такую погоду, собакой, конечно. И Настя стала изучать в интернете, какие цены. И изучив это все, мы сделали вывод, что цены на 3 дня в санатории под Питером выше, чем если бы мы на 3 дня съездили в Финляндию. Поэтому мы плюнули на это дело. Не хватало вот платить. Еще в какой-то... Не хватало платить такие деньги. Чтобы нас комары покусали. За какой-то домик. Короче, какие там были цены? Ой, ну самое дешевое я нашла на 7000 за сутки. Комнатка 17 метров, там, правда, с сауной. А так там в основном дома были. Ну, где-то там 24 тысячи за сутки. Ну, на 3 дня во сколько? 17 тысяч за сутки. Нам обошлось. Ну, а один отель вообще, там какой-то спа-отель я нашла. 153 тысячи за сутки. Про те отели мы не говорим, но вот самый-самый дешевый. Во сколько бы нам обошелся на 3 дня? Ну, 1030-40. Вот. Лучше бы Финляндию за эти деньги снять. Нет, ну можно было, конечно, комнатку снять за 25 тысяч, да, но зачем это надо, когда у нас и в Питере есть квартира? И, короче, мы плюнули, и в результате даже в этом году дома будем отмечать. А что отмечать? И отмечать не будем. Пошли вот в магазин парусельный купим. Уже все желтеет. Ветрище. Осень пришла. Ой, это что у нас такое? А что это за ягоды, мам? Это рябина, может, твоя? Нет. Не рябина? А похоже. Если кто знает, что это за ягоды, пишите в комментариях. Только малые. Маленькие. Красивенькие. Женские 159. Сколько? Я думала, меньше 100. Может, побольше есть? Конечно. Вот маленькие. Бери. Прими. На пояс приложи. Нормуль. Держи. А ты размер посмотри какой. Ладно, размер не будем говорить. Вот эти тоже. Это, по-моему, меньше. Вот беленькие есть. Производство Россия. Да ты чё? M-3XL. Это какой размер? 2XL. Держишь? Да. Держу, вот. Все при мне, все трое. Ой, какие рябины. Ну вот, сходили. Фикс прайс, правда. Мало что сняли, а рядом магазин есть такой дешевый. И купили мамке трусы. По 159 рублей 3 штуки. Довольна, мамка? Да, ну, Настя, это мы так, по приколу просто. Ну, по приколу, да. Чем наша жизнь не прикол? Я сейчас иду и думаю. Значит, с 60 лет, 2 раза в Лондоне, 1 раз в Москве, 1 раз в Кирове, угу. Потом в Икее. Сейчас просто в этом фикс-прайсе рядом с домом. Даже не в фикс-прайсе, а даже что? В сельпо. В сельпо в каком-то. А что будет в следующем году? В подвале или в землянке, может, будем отмечать мой день рождения, если я доживу, естественно. Все может быть. Потому что все ниже, ниже, ниже. Поживем, посмотрим. Время покажет. Время покажет. Итак, мы посовещались и решили, раз в Лондон мы попасть не можем, то Лондон приехал к нам. Пошли в Лондон Молл. Thank you.
Пофиг. А вот такие, кстати, я любила эти. Да, ну, киш, не надо, да. Не хочу. Сейчас, подожди, я посмотрю. Тарталетки с инжиром. Ну вот тебе написано 799. Хочешь купить? Хочу. Ну купи себе. Что ты тут хочешь? Да вот. Улитка с изюмом. Дорого очень. Мама хотела посидеть в британских пекарнях, но говорит, очень дорого. 200 рублей булочка, 200 рублей кофе. А зато там вот будка, машина. Ну вот и сфотографировали. А мы уже фотографировали. Встала для фотографии? Ну хорошо. Нам надо в Эльдорадо. В Эльдорадо нам надо. Пошли. Фан. Лондон приехал к маме. Привет! Та-дам! Ну вот, сходили в Эльдорадо. Купили маме планшет. У нее однажды, неделю назад, ноутбук полетел. Ну, точнее, затормозил что-то, YouTube не показывал. И она запаниковала. Как же я буду жить без YouTube? Вот. Будет теперь на планшете смотреть. Запасной вариант. Запасной вариант, да. С днем рождения, мамочка. Вместе с трусами тебе туда. Да, трусы по 150. И планшет за 18 тысяч всего лишь, со скидкой, с какой-то. Какая у тебя там скидка была? А, ну, скидка с магазина была, так он стоил 24 тысячи, 5 тысяч скидка, еще у меня была персональная скидка по карточке, loyalty card, то есть по карточке постоянного покупателя. На, может, дублируй. Купила в ленте мамки пломбирный торт. Сегодня будем праздновать вот таким вот чаепитием. Ура! Сейчас будем пить чай. Торт бисквитный, пломбир, классик, Филли Бейкер. Открываю. Та-дам!